Доброго времени суток, с вами Тексер. Снова мы в фарминг-симуляторе. Третий заход на свекольное поле. У нас образовался лишний трактор. Потому что свеклоуборочную тут хреновину, которую я тут мучился, я продал. С ней глючит курс. Вручную собирать я не готов. Так что эту мы заразу отправляем наверх. 2 слона на 4 пошел. Так, конечно, остановиться. Перегон, да. Пошел. А у нас вот такая Робо Пантер за 375 тысяч. Вообще, судя по всему, мне тут готовы очень большие кредиты давать. Странно что-то цеплять. Но мне кажется, стой. Хотя косилка ей уже не нужна, ну ладно. Я ж не только косилка, еще и собиралка. А, нет, это ты раскладываешься, не надо. У тебя морда как-нибудь собирается? О, точно, давай, сложись. О, хорошо. Теперь погнали. На ропе я ни разу не ездил, честно скажу. А давайте мы на ней прокатимся именно вот. Эй, нет, подними. За рулем. Фига себе, у тебя тут все ходит. У нее кресло качается прямо отдельно от всего вот этого. Охренеть. И ничего не видно. Вообще ничего не видно. А так комбайн суров. Да подними ты ее. Вся вот эта картофелеуборочная, свеклоуборочная техника, она здоровая, как не знаю кто. Это еще не самая большая, по-моему, тиротракта больше. Там еще робот Тайгер есть, но я думаю, это все еще будет впереди. А пока вот такая пантерка вторая. Погнали мы на ней. Из кабины ей рулить невозможно, я попробовал. Ни хрена не видно. Я думаю, вот эта вот ее жатка должна возиться где-то отдельно как-то. В каком-то грузовике, еще как-то. Потому что с ней вот, ну, вот как вот так вот ехать? Это просто в пределах поля переезжать, да. Шустрая машинка. Бегает бодренько. Сейчас мы попробуем ей собирать. Будет печаль, если ею собирать нельзя. Ну, если курс будет брыкаться. И там, в принципе, конечно, можно вручную, но это очень нудно. Очень мне помогло, что я сохранился буквально перед запуском, когда все рухнуло. В долгах, как в шелках теперь. Доехал молодчина. Но будем отбивать, прежде чем покупать что-то. Надо сначала из минуса выкарабкаться. Потому что я думаю, там с 500 000-то прилично процентов капает. Надо это аннулировать сначала, а потом уже двигаться дальше. Хотя черт его знает, может я насобираю на свинюшник. Коровник не надо, на свинюшник. Косилку я тоже продал, поэтому тут пусто. Ничего не осталось. Длинная собака. Ну и запустим сейчас ее. Курс не будем. Запустим джамшота. Блин, длиннющая какая, смотрите. Как-нибудь влезем. Это я по пню проехал, да? Да, я с деревом так и не разобрался. Я собирался. Ладно. Распаковываемся. Ну, вот отсюда начнем, а там видно будет. Зачем он лестницу раскладывает, значит, поедем. Так, какие-то хреновины пошли работать. Так, что-то уже побежало в отсек. Ну ладно, в любом случае я с ней не расстанусь, раз уж я купил. Все, пошла набиваться. А, да, у меня... Ну, заканчиваю, молодцом. У меня вот этот маленький тракторок, он не очень много увезет, конечно. Ну, почему нет? Так, маршрут не загружен. Маршрут загружен. Ну что, давайте сохраним. Я что, зря ездил, что ли? Так, сгинь. Сюда, по-моему, да. Чтобы мне снова не ехать, если дрянь опять рухнет.
Ну что ж, погнали. 22 кроп. С комбайном. Комбайн у нас не так. Так. Наделали, блин, настроек. Куда столько много? Разгрузочка у нас. А давайте при... Ну так, там при 70. Ну, короче, точно не при полной, потому что ему так челночить тут, как не знаю кому. Ну так. В пределах поля, да. С ближайшей ленточки пошел. Ну что, вдаль не поехал, все хорошо. А, нет, он же реагирует как раз на подход комбайна. Что там комбайн-то творит? Елки, посмотрите на него, собаку такую. А, вот он извивается? О, как, я думал, у него колеса крутятся. И мне похоже, он тут деревья пилить, да? Он вроде не доезжает. Ну, он до края поля не доезжает, собака такая. Он полоску вставляет, смотрите на него. Ладно, черт с ним. Восемь тонн. Да. На 70 я, наверное, погорячился. Ладно, будем надеяться, что все будет работать. 1300 застрял. Что застрял? А, тут наш друг еще читай приехал. Прервать, убрать. Думаете, что я его пригнал? Я его пригнал, чтобы сеять. А у меня есть теперь здоровый трактор, который будет акипушинку таскать ту здоровую силку. Вот за этим я его сюда прогнал. Как говорится, не было бы счастья, да, несчастье помогло. Мой купленный трактор можно будет задействовать здесь. И это красота. Мне тракторов-то не хватает. Вот, будет Мэсси Фергюсон у нас тут работать. Так, ну, баблища нету. У меня есть еще урожай кукурузы. Но он пойдет за крома Родины. То есть в этот, как сказать, год я не куплю свинтусов. Там, по-моему, 250 тысяч надо. Ну, я, можно дальше долги лезть. Я чувствую, что у меня имущество до хрена, на которое вот реагируют. И благодаря которому мне кредиты выдают. Хотя, блин, не знаю, ну, миллион будет долго. Сколько там будет каждый день уходить? Дофига. Так, стоять, овес, пошел. Ну, отлично. Ну, другое дело, вот это, у этого проблем нету. Прорвет таки танк. Так, 17-ка пришла, хорошо. 330 нуждается в разгрузке, тоже неплохо. По-моему, пантерка сейчас тут соберет вообще. Что за вентилятор? Это какая-то дополнительная опция тут была к этой косилке. Она же косилка в душе. Вот именно с этой вот вертушкой сбоку. Что делать, не знаю. Мне кажется, она просто ботву разбрасывает скошенную. Ну, поскольку косить нечего, мы это не увидим. У нас фермерша, да, сидит? Да, суровая дама. Блин, как там качается все. Смотри, как сиденье прям просто раскачивается. Чума. Нравятся мне вот эти свекольные агрегаты. Ну, не так много она лишнего на самом деле оставляет. Хотя что-то мне подозрительно по ширине захвата, да? Согласитесь. Тут не выглядит как три прохода, тут выглядит как два прохода. А вентилятор сзади крутится? Не, стоит. Бутафория чертовая. Видите, там за решеткой нарисовано. Должен крутиться, не крутится. Бутафория. И не доезжает до конца. Кто узкая? Смотрите, она узкая идет. Так, слушай, ты, козябра. Я, конечно, понимаю, что тебе лучше быть джамшутом. Но мне не нравится, что ты у нас стоять не добираешь. Поэтому давайте попробуем. Так. Генерация. Ну, к нам трактор едет. Хорошо. Так, тоже ни хреново.
где у нас тут ближайшая? Вот по этой ты типа приехала сюда, ну давайте вот по этой проедем. Молодца, как хорошо заехала, прям в деревья. Умеет подъехать. Они все тут это умеют. Так, продолжить, я понимаю. Вот и есть к своему комбайну. Так, ну надеюсь, что все будет хорошо. Тут чего? Прервать, убрать. Вызываем. Все, с этим полем закончили, дуем с кукурузой. И это прекрасно. Наконец-то разобрались. А то он на две серии завис, это третья. Бардак. Сюда сейчас пахаря вызываем. Все, процесс пошел. Тракторов много, все прекрасно. Ты куда подъезжаешь? Вот слушай, что он творит? Он, видимо, думает, что подъехал. Да? Тыкай, зеброид. Вот еще побегать за тобой надо, да, я понял. Стой. Вы посмотрите на него. Что у него там задано? Так, Ашка забуксовала, что-то там не то у них с ропой. Но сейчас доберемся. Сейчас тут закончим и доберемся. Нет, тот отстрял. Ну, или отчаялся. Так, правильно разгрузку пошел. Сдаем косилку. Жатку. Да, конечно. Иди отсюда, тепловоз, чертов. Видеть я не хочу. Хрен один сделали в игре. На какой-то карте я пользовался этим поездом. Но не сильно. На мексиканской, по-моему. Такая бесполезная довольно хреновина. Опять забуксовал. Что он там делает? Бодаются они, видимо, друг с другом. Так, где у меня жатка лежит? Да, так хорошо за трактором. Люблю я, знаете ли, черти, куда спрятать. Так, давай назад. Нас ждет кукуруза. Так, это я в колючую проволоку заехал, бывает. Так, стой. Замучил. Чё ты там буксуешь постоянно? А, ну да, вот проблема. Я понимаю, тут жопа, конечно. Выпутайся из этого фикуса. Он тебе не нужен. Пошел. Так, ты, товарищ дорогой. Вылезет тоже. Офигенное поле по своему удобству, конечно. Пошел. Давайте за ним проследим, чтобы он никуда не впилился, потому что сейчас он в деревья там убежит, я думаю. Ну просто он не успел его догнать, мне кажется. А эта зараза, мне кажется, в пределах поля не хочет разворачиваться. Сейчас на него переключимся и посмотрим тоже. Что эта зараза может. Прицеп, конечно, смешной. Для таких вот занятий это смешно. И чё? Ближе не пробовал? Что за хреновина такая жуткая? Полный, что ли? Полный. А, 8000 грузил нормально. Так. При том, что замшут тут прекрасно справлялся, как видите, курс тут занимается фигней. Так, что у нас? Избегает движения по севам, да не в жизнь. В поле, да.
Джампшут лучше, но джампшут смещается только наполовину своей собиралки. И мне это не нравится. Поэтому черт его знает. Давайте еще подождем, посмотрим, как это будет работать. Деревья кончатся, может быть. Она будет в чужом поле разворачиваться, все будет хорошо. Так, там вываливает, прекрасно все. Вообще, можно было жахнуть на продажу. Но маленький прицеп очень. Поэтому не видим. Ну что ж, смотрим, что сейчас она будет вытворять там. Забор предусудительный скончился. По посевам ездить можно. Но, конечно, удивительно. Штатный, кстати. Посмотрите на это. Он тоже не все берет. Неполная ширина. Ну ладно, сейчас посмотрим, как она развернется. Да я думаю, она тут таким хозяйским вензелем по улице крутанет. Ну, кстати, не могу сказать, что все фигу. Дерево тут не втыкайся. А14 он там встрял. Безмозглое создание. Но она и в эту сторону не всю ширину берет. Так, ну что безмозглое создание? Блин, курс. Мне кажется, ну хотя, может быть, конечно, ошибаюсь, что это те же люди делают, которые делали Cattle and Crops, да? Но, по-моему, у них это уже все пошло, это... заскок полностью. Если это те же люди, все понятно. Cattle and Crops на них повлиял пагубно. Так, по программе. Стоять во время... сбежать, движение... нет. С движением у них не тут, да? Так, где желтая зараза? Иди сюда. Остановить, нет, не остановить. Стоять при разгрузке. Да! Стоять при разгрузке. Задрали. Насыпал. Ты можешь за трактор уехать? Нет, тут серьезно. Вот это нормальное поведение у курса? Мне кажется, нет. Трактор, беги от него. Беги, 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 беги. Пипец. Это вот то, что в курсе надо было делать в первую очередь. Чтобы они не сталкивались. Иди ты. Или сам развернешься. Да кого я обманываю, развернется она, где столочек. Давай туда. В общем, курс чудит. Ладно, я хоть заставил его останавливаться. Я позволю приезжать. Будем надеяться, что он больше не застрянет. Мы отдаляемся от края поля, все хорошо, ладно. Прервать, убрать. Ну, мы с тобой потом разберемся. Ну, хоть тут все хорошо. Выгрузка идет. Жизнь прекрасна. Так, погнали. Я сегодня разберусь с этими чертовыми полями. Они от меня не уйдут. Я так понимаю, там все посеялось. Да, я паровозу не уступлю, не надейтесь. Я проеду. Он не успел. Он хотел, но он не успел. Так, что у нас здесь? Здесь у нас будет... даже не знаю. Джампшут? Курс? Нет, джампшут развернется ровно с севера на юг, мне кажется. Сосиску его. Будет курс. А раз курс, тогда погнали.
Так. Ну, давайте развернемся правильно. 14 опять, 114 опять забуксовал. Я не знаю, как с ним бороться. Это хрень какая-то. Пантера нужна в разгрузке. Ну, Пантера, понятно, где-то там едет. Да, это опять куда-то уперся и буксует. Так. Четверочка. По кругу нам. Я думаю, не надо. Нет поворотной полосы. Генерим. Что там у нас? По краю опять какая-то хренотень. Ну да ладно. Так. Со старта пошел. Что у нас в настройках? В пределах поля? Да. На самом деле нет, но пусть будет да. Нет, не будет. Все, лесом пусть идет. Что? Ну ты понятно. Ну, ты тоже понятно. А, друг, я смотрю на него, что? Понятно. Ну, ну. Действительно, всего-то вот 50 метров мы от забора-то. Как в забор-то не впиявиться? Это вообще невозможно. Ни один трактор этого не может не впиявиться. Забор будет получше 50 метров от него. Это нереально. Надо обязательно в забор. Короче, охренительное поле я выбрал под свеклу. Всем завидовать. Так, и давайте я чуть отодвину тогда его. 55. Может это чем-то поможет. Так. Ты что творишь, чудище лесное? А, ты топаешь вот оттуда, чтобы начать. Ну, я буду верить, что тебе это удастся. Так, цепляемся отсюда. Сделай вид, что я комбайну верю. Что-то вообще... Курс вообще от рук отбился полностью просто. Такую хрень творит. Так. Что застряли? Кого застряли? Никого и ничего. Так. Ну, конечно. Его величество тепловоз. Так, стоп. Тут надо все-таки по курсу. Смотрю, джамшут тут не смочь. Я могу нарисовать, конечно, свой курс. Как для комбайна это, по-моему, сделал. Нет, для комбайна не делал. Для кого я делал? Какой у меня курс тут есть быстро? Силка, по-моему, у меня тут есть. Так, это шестое поле. Опрыскивание есть. Вот. Ладно, 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 ладно. Разные работы. Генерить. Шестерка. Ну, я думаю... Вот. Я все пытаюсь количество поворотов поставить в верхний почему-то. Вот так. Что ты мне скажешь свое оправдание? Все хорошо, жить прекрасно. Отлично. Со старта. Пошел. Вроде все хорошо. Так, там все посеяли, да? Да. Сюда надо удобрить вслед за этим трактором. Ну, черт возьми, мне нужен еще трактор. Ладно, он сам себе удобрит. Вот сейчас пашет и удобрит. Просто тут этот товарищ ждет. А, я понял. Сложись пока. Мы тебя заправим по дороге. И посеем. Так. А я вовремя. Ну, понятно, что это лучше, чем руками, но все равно, блин, чертов курс. Что ты творишь, собака? У тебя разворот в пределах поля. Он не воспринимает. Он просто не воспринимает его. Ему пофиг.
Что, проблема с проходимостью? Так тоже бывает. Так, ладно, а где наш друг пиши читай? Который любит у нас уезжать черт куда. А смотрите, он нормально теперь ездит. Все, мы от края ушли далеко, да? Хотя, возможно, я его перехваливаю. Так, он на 70 должен напасть. Ай, это я не то щелкнул. За пределы экрана у меня курсор убегает на другой экран, где АБС открыто, и я вот вываливаюсь из игры, и она, по сути, альта боится. Не страшно. Я, ну курс какая сволочь, смотрите. А? Хотя, с другой стороны, вот так вот вроде нормально. Какой-то сдвиг странный у них идет. Ладно, пусть будет. Где наш Орёль? Ну, вроде нормально подъезжает. По идее, у них сейчас остановка для выгрузки. Я им такое задавал. И смотрите, маленький прицеп нормально. Успеваю. Я кому задал остановиться для выгрузки? Ну почему им ничего нельзя задать? Почему курс не выполняет всех этих поставленных галочек, а? Где эта срань? Я задавал. Стоять при разгрузке? Да! Прямой с реверсом? Ну да. Вот тут она остановилась. А там нет, не надо. Так, ладно. Двигло, заводись. Значит, что делаем? Доставка будет кукурузы из... Не из... С этого поля вот. В наш будущий, как его назвать, коровник, свинятник. В общем, в новую нашу ферму. Так, тут комбайнчик такое наездил, но это не важно. Старт у нас будет вот отсюда. Начать запись. Погнали. Ехать недалеко. Это радует. Что у тебя тут со скоростью? Давай полный. Все свои 25 км в час давай раскочегаривай. Я тебя когда-нибудь поменяю, Фиат. Нет, неспешный, мощей хватает, но, блин. А я и избавиться от него не могу, за него ничего не выручишь хорошего. Приличный трактор не купишь. Ну вот у меня есть 84 тысячи, но я не спешу с ним расставаться, потому что у меня долго. Можно что-то побольше купить. Ну, черт возьми, он медленный, но я к нему привык. Он свою работу выполняет. Да, большие, мощные, приятнее. Но у меня что вообще этот трактор, который висит на косилке и погрузчик у меня. Паш, там, бедолага. И вот там внизу поля, которые я, конечно, очень хочу заполучить. Из-за которых я эту карту и начал. Но поскольку эти поля хрен вы получишь, вот так со старта я вот сверху начал на свою голову. И смотрите, А114 снова забуксовал. Спорим, он там в деревьях торчит. В конце поля. Ай ты! Ладно. Я хотел бы сюда свернуть, но было поздно. Ладно, будем проезжать оттуда. Какая разница, куда выезжать на самом деле. Так. Главное тут не встать под загрузку. А, тут выгрузка. Страшно. Подумал, так это. Проеду, свёклы себе нагружу. Нет, не надо. Не надо свёклы. Так, вот тут мы по прямой. Я даже думаю, что может быть у меня коровники, свинятники будут тут небольшие, вот как вот забетонировано. Ну, поглядим. Так, всё, обратно. Это у нас как будет лоу фарм. Наверное, не лоу. Наверное, будет мид фарм. А лоу будет там, в низовьях. Там, потому что есть тоже место под ферму. Но с другой стороны, что-то сомневаюсь, что мне захочется столько живности разводить.
Я думаю, это будет лоу-фарм. Не буду я внизу. Так, 330 нуждается в разгрузке. Еду. Спешу. Пыхчу изо всех сил. Его всегда чинить и заправлять. Причем чинить-то можно из меню из гаража. Что на самом деле просто вот... полностью убирает надобность в мастерских. Я могу просто в гараж зайти и починить. На какой хрен мне вот эти мастерские, которые тут есть, которые прилагаются к магазину, которые я могу поставить у себя там на хоздворе? Зачем они мне? Если я могу просто зайти в гараж и починить трактор оттуда. Просто вот, ну, сделать автоматическую починку в конце дня, в конце концов, как вот зарплата этим жемчугом снимается. Разрабы сами уничтожают геймплей. Просто сами. Они все это к хренам сводят. Все, что сами придумали. Так. 4. Ага. Может, по-русски поддерживают, но я не буду. Вот так. Так, ты у нас работаешь с 330, да. Прекрасно. Пошел. Я что-то не уверен, что ты к комбайну доедешь таким маршрутом. Не-не-не, чувак, так, ты так на столб залезешь. Ёкарный бабай. Дай вот так. Еду комбайну, молодца. А как ты ешь комбайну, ну тоже, в принципе, ничего, хотя я по-другому это сделал. Ну, будем надеяться, что ты знаешь, что делаешь. А ты не знаешь, что делаешь. Ну, может, дотянется. Ой, елки. Все, приехал, молодца. Всегда так поступай. Дотянешься? Нет. Ладно, я еще подъеду. Далеко не уходи. Моя, подъехали. Вот едь рядом с комбайном. Дурдом. Что с курсом, черт возьми? Ты куда пошел от него? Чудовище. Калькуляция посевов. Пенни с калькуляцией посевов. Я просто офигеваю с этого. Кто больше? Давай ближе, скотина. Автоматом определил, да, блин. Я просто охренел, что все. Курс, что с курсом? Он вроде налаживался, он же летом был вроде ничего. Так, а стучит. Вы чем тут занимаетесь? Ну как? Как он тут? Зачем он туда залез? Ну да, естественно, ты не мог другой выбрать маршрут. Ёлки. А главное, альтернативного курса нету. Я как бы готов уже от него избавиться, но другого такого мода нет. Вы посмотрите, что оно творит. А главное, он сейчас заковырялся вот за эту елку. Я его еще хрен отсюда сейчас выковырю. Я выковырю, наверное. То есть это вот когда засунуто между прицепом и...
О, выцарапал наконец. Продолж уж. Сейчас того что-нибудь пиндюрится. Деревья, кстати, не мои, я их спилить не могу. Ну что тут, кругалями что ли их пускать? 8 кругов по полю, потом вперед-назад, ну можно, конечно. Но я боюсь, что на углу все равно даже с кругалями застрянет. Дятел этот. Просто великолепно. Че еще покажете, как говорится? Смотри, сейчас все, он пошел вдаль. Здорово, да? Зачем он это делает? Зачем он это делает? Зачем ты вправо поворачиваешь? Сейчас не я им рулю. Он пытался вправо объехать. Ты тут такой вираж вокруг всего этого выполняет. Как будто тут, не знаю, космический корабль пытается по полю развернуться. Мы уже уехали, черти куда откроем. Все равно вот этот забор долбится. Хорошо в забор. Хорошо тут нет обрыва. Ох, елки. Давайте 6 поставим. Наверное, нормально. А я их даже одних боюсь оставить, где делал друзей. Да, было, надо было бояться других друзей оставить. Просто нет слов. А главное, поля кривые. То есть, нормальный джамшот сейчас могу бы шпандорить. Да чё? Кругами-то чё не поездить? Правда ведь? Чё, неужели развернулся? Бывает. Так, давайте собаку стоять при разгрузках. Это в конце поля не помогает, но пусть. Блин. Один трактор меня радует. Тут все хорошо. Курс, в общем, продолжает чуть хорошо, хоть не крашит игру. Может, я зря новую версию поставил. Они, видимо, все боятся корнеплодов, но при этом... Более старая, там 200 какая-то. По-моему, таких чудес не воротило. Это ж просто пипец какой-то. Я смотрю, просто удивляюсь. Как можно такое творить? Вроде как над курсом начинают работать, ну как игра вышла, да? То есть курсу то год. Год. И где? Ну так вспоминая старые курсы, да, в общем, к 17-му. Он так не глючил. Что в 19-м такого, что с курсом не дружит? Разрабы стали с курсплеем бороться, что ли? Как-то? Всячески осложнять ему жизнь? Так, что ли? Непонятно. Совсем непонятно. Ну, ладно. Куда я денусь? Будем с таким курсом. Я же не могу эти кривые поля джамшутами убирать. Я нижние поля, вот и полянить сюда. Вот эти джамшутами легко. Понимаете, нет. А вот это вообще пипец. А я туда, наверное, не поеду даже. Я вообще не испытываю большого желания захватить все вот верхние поля. Я испытываю желание развить тут как-то, ну, по самым крупным, животновод сверху. А на остальные поля на своих хлопка. Хорошая идея. Возможно. Хлопковый комбайн будет себя хорошо на них вести. Нет, ну вот это вот жопа. Два треугольника, ну черт его знает. Вообще, на самом деле, мне кажется, действительно это неплохо. Вот что-то... Вот эти пять полей, да, обеспечивают вот эту ферму. Они ее прекрасно обеспечивают, причем вот эта вот, она еще туда работать сейчас будет. А, вот это сюда... И тут корова, то есть мне нужен будет какой-то лук. Ну, под лук я, наверное, отведу какой-нибудь
особо офигительное поле. Вот это, допустим, да? Назову его лугом, и нехай там бегает комбайн сенокосный. Потому что вот этого лужка тут не хватит. Может, вот этот вот луг под луг поле отведу. Тоже почему бы нет. Оно довольно хреновое. Я могу сделать ему раз, значит, курс для сенокосного комбайна, и пусть фигачит себе. Тоже неплохо. Возить далеко. Но это мелочь тоже. Вот, остальное хлопок. И горяну синим пламенем и пойду вниз. А внизу объединю вот это поле с этим. И вот эти попарно. И будет красота. Или даже не буду попарно. Какая хрен разница, попарно или не попарно. А не шириной вот это поле, оно нифига не узкое. Вот как-то так. То есть следующий мой мега-кредит будет на хлопковый комбайн. Вау. Это будет здорово. Так. Стоит. Где наш друг? Пиши, читай. Он спешит. Ну да, я дождался, что она полная набирается. Теперь он не успевает. Но зато он прихватил ее на марше, и он в лес не уедет. Это прекрасно. Максимально прицеп надставленный, но для свеклы, конечно, не вариант. Следующий урожай отсюда можно продать. Корнеплоды, конечно, вещь. Может торгануть подсолнухом? Я что-то запущу обычный комбайн. А вот нету чуму. Просто прицеп маленький, и возить на продажу отсюда, но это звездануться. Комбайн его не дождется. А к следующему урожаю я на большой прицеп не накоплю. Наверное, да. Наверное, здесь стоит посадить какой-нибудь подсолнечник и собирать его тем комбайном. Потому что жатка сеялка-то у меня все равно одна единственная на все случаи жизни. А подсолнух она сеет. Решено. Тут будет подсолнух. Следующий сезон. А собирается он кукурузной жаткой. Так, как там едет? Да неужто? Да я уж глазам своим не верю. Ладно, тут. Ну, то есть, да, вот для него то, что я сказал, в пределах поля разворачиваться, говорил, это просто пожелание. Ничего не значащее. Да? Где настройки-то? А, нет, я... Да. Ну, авось не улетит. Буду верить. Трактор, ты еще ни одного прицепа не отвез, я правильно понимаю? Я правильно понимаю. Ну, хоть сейчас ты увезешь? Не, нифига. Слушай, какая кукуруза плотная, да? Не объемистая. А я, можно и на продажу, тут возить-то близко. Следующий урожай по деньгам жахнет очень хорошо. Мне из него нужно будет только овес лошадям выгрузить и все. Потому что, где мои... Нет, вот это. А, пшеница. 6000. А, слушайте, это немного курицам. Пшеницу я еще поле отгружу. Пшеницу, овса 5000 у меня есть. Не ожидал. Ладно, овес и пшеницу я в следующий раз отгружу себе. В закрома родины. Остальное продам нафиг. Что у нас? А, опять забухцало. Пошли смотреть на идиотов. Вау, ты взял дерево и тащишь. Ты молодец. Похвально. Положи эту срань на... Ладно, я понял. Не клади срань. Вот я хотел бы это дерево упихать назад, но я чувствую, что мне это не светит. Продолжим маршрут.
Да я не знаю, что с этим ты пилой, с этим деревом делать, оно листья не пилит. Хрена тебе не творится. Что из этого вообще дерево? И куда я ушел? Вот это дерево. Очистка деревьев не работает. Дерево, да, это будешь мелким каким-нибудь. Я, конечно, могу погрузчик в аренду взять, не знаю, какую-нибудь пилилку на опилке. И эту хренотень, хорошая полена, кстати. И эту хренотень на что-нибудь расфигачить. Могу. Будет ли с этого толк? Не знаю. Вот так вот тебя, заразу. Ну, она, по крайней мере, стала мелкой и никого не будет тормозить. СТ-Макс доехал до триггера. Ты кто, СТ-Макс? А, это наш... Ну, это наш товарищ. Прервать. Убрать. Пятачок есть, но это не страшно. Красотища. Сейчас опрыскаем. У нас на это есть прога. И пригоним сюда силку. О, на короче 46 минут я долго воевал с курсом. Пантера снова нуждается в разгрузке. Я думаю, там опять застрял эта хренотень. Может просто Пантера нуждается в разгрузке. Почему Пантере не нуждаться в разгрузке? Так, что у нас с полями с этими? Нужна ли кому-нибудь звездка? Никому не нужна, я рад. О, может снова удобрять, да? Ничего не понял, но здорово. Так. А, ну вырос, следующая стадия, да. Там скоро гербицидом надо будет посыпать. И можно начать какой-нибудь... А, нет, начать чуть-чуть... Опять забуксовал. Посмотрите на него, а? Картошка это просто вот... Ладно, свекла. Это просто корень зла. Вот. Я не могу ее спокойно убирать. Никак. Вот курс не глючит уже. Ну как не глючит? Глючит. А, он не крашит игру, ладно. Я не могу ее убирать. Я постоянно там нужен. Но у меня такое впечатление, что я руками бы возил примерно так же интенсивно и с тем же КПД. Так. Шестое. Шестое прескивание. Да, по-русски можно называть. Пощуль. Вы это должны видеть. Посмотрите, какая красота. Правда здорово? У меня просто слов уже нет на это, на все. Какого они сталкиваются? Ой, елки. Джамшуты останавливаются. Курс сталкивается. Ну, хорошо, к ним высыпается ничего. Так, тут, ну, работа идет. Да, я знаю, я вот это вот не сделал. Опять же, в 17-м не сбрасывалось. Тут при соединении приспного устройства, когда трактор становится просто трактором, все сбрасывается на маршрут. Я не знаю, зачем они это сделали. Я уже на красную надпись слева просто реагирую, как на скринер. Пошел.
Вот смотрите, еще трактор, да, который будет пахать, нет, опрыскивать, да? Трактор, который будет опрыскивать. Опрыскивать, кстати, по-моему, Фиат может. И вот этот идет пашет, ну, культивирует. Комбайн собирает с тем, допустим, Фиатом. Хотя, и, да, надо бы прицеп побольше, наверное. Не факт. В принципе, для зерна нормально. Ну, в общем, комбайн убирает, следом идет вот этот трактор, культивирует. Потом едет, допустим, Фиатище опрыскивает. Следом идет Мэтью Фергюсон сеет. И вот эта вот нормальная гусеница такая фермерская, которая все проходит и все делает за один, как бы, ну как вот очередь, такой цепочка проходит, самая, по-моему, нормальная. Они серьезно решили, что он проваливается, что ли? Да ладно, ты здоровый трактор, тебе что, вес не хватает? Гонишь. Ну что, все наладилось. Ну, печальная сеялка, конечно. Давайте ее заведем. Давайте туда подъедем. Так, на этом поле, конечно, будет не овес. Тут будет канола. Откроем бачки, загрузимся. И следом за опрыскивалкой поедем сеять. Но, что я должен сказать вам, это будет уже за кадром, потому что серия уже растянулась на 50 минут. Монтировать я ее не хочу, потому что все чудеса курса, они одинаково полезны, веселые, приятные и развлекающие, и неимоверно радуют любого игрока. А вы по этому поводу что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. Всего хорошего, до новых встреч.